Дорогие мои подписчики, с Новым годом вас! Счастья вам! Здоровья крепкого! Но счастье, как вы понимаете, имеет много граней. На одну из граней я хочу обратить особое внимание. Нас окружают люди, и люди встречаются на нашем пути. И вот от этих людей тоже зависит, или счастье, или несчастье. Потому что жить дикими людьми ужасно, с образованными людьми прекрасно, а со сдержанными комфортно. Вот я желаю вам, чтобы в вашем окружении, на вашем пути были только образованные и сдержанные люди, чуткие и любящие. В этом смысле и мне повезло, потому что у меня такие прекрасные друзья. Еще раз, с Новым годом вас, с новым счастьем, всего вам доброго, за Новый год! Всего вам доброго, дорогие мои друзья!